все-таки очень сильно боятся. Боятся даже слова радиации, независимо от маленький это уровень, большой это уровень. Сними батарею, Иван. Здесь ночью опасно. Климатический климат. Tak wygląda tafla wody ponuklearnego jeziora. Znajdujemy się na semipałatyńskim poligonie atomowym we wschodnim Kazachstanie. Między 1949 a 1989 rokiem przeprowadzono tutaj 456 prób jądrowych. Z początku chodziło o testowanie nowej broni. Z czasem jednak zrodził się pomysł wykorzystania potężnych eksplozji do poszukiwania minerałów, zmiany nurtu rzek czy tworzenia sztucznych zbiorników wodnych. Poligon zamknięto w 1991 roku. Mimo tego wciąż można spotkać tu ludzi. Ludzi wbasających bydło, pracujących w kopalniach, a nawet łowiących ryby w jeziorach powstałych na skutek testów jądrowych. W tym materiale postaramy się ich odnaleźć i porozmawiać. Zobacz, aparat się cały czas trzęsie. Na emeryturę musi przejść. Здравствуйте. Молодые люди, у нас без разрешения снимать в магазинах ничего нельзя. А, нельзя снимать? Ну, нет, конечно, это законом наказуемо. А, ну хорошо. До свидания. До свидания. На улице пиво не пить, у нас тоже за это наказывают. А, тоже на улице нельзя пиво? Дома только можно. И семечки еще дать тоже нельзя. Серьезно, семечков нельзя на улице кушать? А то полиция штрафует. Как первый раз будовали этот блок, там... To zrobili tak stromy podjazd, że wózki nie mogły tam wjechać, więc dorobili po prostu na tym jeszcze jeden metalowy podjazd. Przed wjazdem na poligon zatrzymujemy się w graniczącym z nim niewielkim mieście Kurczatowie, nazwanym tak na cześć radzieckiego fizyka nuklearnego. Kiedyś miejscowość stanowiła swoiste centrum dowodzenia testami jądrowymi. Obecnie niewiele się tutaj dzieje. Ponad połowa mieszkańców wyjechała jeszcze w latach 90. Znajduje się tu jednak Instytut Bezpieczeństwa Radiologicznego i Ekologii, gdzie poznajemy dyrektora grupy badawczej. Mam tak хорошо? Ja mogę po prostu wam tak zadać poprosić? Już смотрите, разницы нет. No, no, скажите мне, прошу почти так 30 лет с момента закрытия полигона. Как изменилось так осознание в теме радиации? Ну, мне самому сейчас 30-35 лет, поэтому я не могу сказать, что было раньше и как думали люди 30 лет назад. Но, на мой взгляд, отношение людей к радиации, оно все-таки еще такое, знаете, отдаленное. Люди еще как бы особо не знают, наверное, с чем как бы это связано. И, на мой взгляд, здесь больше некой такой фобии, то есть радиофобии, когда человек необоснованно боится радиации. Сейчас насколько опасна радиация на полигоне? Ну, уровни, конечно, очень высокие, действительно. Тем более, есть радионуклиды, которые на нашем веку никуда не денутся, грубо говоря. Да, есть некие участки, которые могут быть достаточно вот такими опасными. Ну, я не скажу, что... Ну, как вот обычно говорят же, ситуация стабильная. To miasto jest w zasadzie w połowie zamieszkałe, w połowie opuszczone. Patrz, Sasza, ja cię wiarę lubię. A wy sami z Kurczatowa? Wiesni. Wy miestny, da? Wy wyraźnie robotali na jedziornym poligonie? Nie, my, no, tak do wojenny byli to. My rядом żyli, daleko, za Rzeszów. A, w Dzierewniach, da? W Dzierewnie żyli. Здесь закрытый город был раньше, да? Да, закрытый, ага. В 90-м году только открылся. И вас вообще не пускали здесь? А, нет, мы деревенские не пускали вообще. И первый раз, когда вы здесь приехали? Как-то у нас пожар случился. Ага. И мы сюда, пожарные машины не были, сюда военные. Еще военные стояли, ну и помощь просить приехали. Ага. Пока не договорились, наш сток сена сгорел к черту. I wam больше нравится здесь или ваш? Вам больше нравится здесь или в деревне? Так какой разницы мне? Я пенсионер, что ли? Здесь А вы видели взрывы? Видел, да, конечно. Начинается взрыв, когда перед этим военные приезжают, говорят, давайте укрываться, где ложбина, туда ложитесь, закрывайтесь.
а потом грибок выходит, черный такой грибок. Потом через минут 5 или 10 начинается, аж земля качаться, взрыв. И вот вы всегда это. Смотрели на грибоки? Ну, не разрешали, говорили, не смотрите. Ну, что, мы пацанами вообще маленькие были так. Смотрим, как это грибок. И вы думаете, это повлияло на ваше здоровье или нет? О, конечно, и у меня 4 операции. И вы получили какую компенсацию? Да, нет. Компенсацию. Один раз только получали, давно, не помню. Пенсию тоже мало платишь, 67 тысяч рублей. Тенге. Что это, разве хватит сейчас? Сейчас все дорогое. Таблица огłoszeń. Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na czwartym piętrze. 26 tysięcy złotych. Prodam. Po spędzeniu kilku dni w Kurczatowie szykujemy się na poligon. Teoretycznie wjazd na jego terytorium jest zakazany. W praktyce jednak nie ma żadnego ogrodzenia, a kontrole są sporadyczne. W drogę ruszamy z pewnym rybakiem, który jak wielu miejscowych jest częstym bywalcem na poligonie. Przed wyjazdem zasięgamy jeszcze porad naukowców z instytutu. Dowiadujemy się, że miejsca, które planujemy odwiedzić, są relatywnie bezpieczne dla krótkotrwałych wizyt. Mimo tego warto zabezpieczyć obuwie i założyć maski. Pył, który idzie od drogi, on opasny ile nie? Nie, jedziesz źle. Korzystamy z tego, że jeszcze jest asfalt, żeby pył nam nie wiał w twarz i będziemy się odziewać. Już maski mamy na twarzy i idziemy zakładać resztę. Если вы, допустим, находитесь там на загрязненном участке, если вы заморали одежду, можно постараться ее вытряхнуть. Грязная пыль, да, если вы вот находитесь на очень опасном объекте и в воздухе вот с пылью, допустим, очень много частиц, которые могут попасть через нос в ваши легкие, к примеру. Да, и поэтому это, люди. Да, поэтому маски. Надо, поэтому всегда как бы предохраняют вот именно. Это самое главное, что я предлагаю. Конечно. И вы думаете, что на атомное озеро вот такого маска тоже нужно? Ну, желательно, да, скорее всего, да. Хотя бы такую простую медицинскую, но предохраняться нужно. И здесь тоже будет взрыв? Ну, вон, подземные чисто. Горы, шахты делали. Это самое лучшее. Все так ездят. Как? Все так ездят. Вы знаете, мы просто не знаем, как здесь есть, и поэтому... 30 лет называлось, ездили здесь, работали. No, nie, немножко śmieszne. Jesteśmy gotowi i pan się z nas śmieje, że bez sensu to wszystko założyliśmy. Ja też mi się wydaje, że bez sensu, ale po prostu przezorny, zawsze ubezpieczony. A i kaptur jeszcze. A jechale to. Za kabinizonem, tak. A niesamowite jest to, że cały czas jak jedziemy, widzimy przejeżdżające od czasu do czasu gdzieś jakaś ciężarówka, jakieś zwierzęta. Ugal, вот здесь уголь добывают. Здесь вот отвал, уголь, карьер. Szybko przyzwyczajamy się do widoku ciężarówek mijających nas po drodze. Na poligonie znajduje się kilka kopalni. Wydobywa się tu węgiel, złoto czy beryl. Z okolicznych słonych jezior pozyskuje się również sól. Kto odwiesny tu, to oni już adaptują, oni nie zamieczają. Tak. O, teraz karier tam, ugl, rady. O, chłopaki, ja tam pracował 6 lat. Przyjeżdżają z Altajskiego kraju. Chłopaki, no kabanisty przyjeżdżają. Oni niedzielę, все, u nich... Нога красная аж, в общежитии жили. Вот другой парень один, молодой парень, почти нога красная вот так. Я говорю, ты чё? Ну и давай уезжай, да сдохнешь тут, мать. Тут же радиация большая. 40 метров там глубина была. А уже за 40 уже не разрешает, там уже радиация большая. Ага. Мы когда работали, то 30 больше уже зашкаливает. Аж 30. Ну 2-3 дня все, голова болит, а потом перестает. Уже адаптируемся тоже. А вы можете вспомнить, когда был последний взрыв? Ну как вы, еще молодые были, предупреждают с дома выходить, со школы детей, блин. Раз, потрясло, блин, все. Да не слышишь ничего, блин, трясет землю только, и все, блин. Подземные взрывы последние-то были. А эти наземные-то давно были еще, в 70-х годах, и когда-то. No ładnie, pierwszy szok. Na poligonie tu krowy się pasą.
Мы не знали, что здесь будет настолько много животных. А там на озере коровы будут, коровы будут тоже сейчас. Не знаю, только днем будут, не будут. И коровы тоже пьют воду из озера, да? Podobnie jak do ciężarówek, przyzwyczajamy się również do widoku krów i koni. Widać je szczególnie w okolicach niewielkich strumyków czy jezior. O hodowli zwierząt udaje nam się porozmawiać z mieszkańcami niewielkiej wsi za poligonem. Przywykają, my też przywykli, bo żyjemy. A nas nie można nikuda переселять. Сразу начинаем болеть. Да, серьезно? Да. Нам другой климат меняет, например, другое место. Бывает, что раньше вот эти выходцы, это немцы, вот когда переезжают в Германию уже, молодые еще могут уехать и жить, а взрослые, которые всю жизнь здесь прожили и уезжают в Германию, они начинают болеть и умирают от рака. И вы пускаете своих животных на полигон, например, коровы или лошади? Ходят все, все ходят. Потому что мы именно на полигоне видели очень много коров и лошади. Адаптироваться. A na przykład mięso z lошади, które my widzieli na poligonie, to że można prodać? Ile? Конечно. Мы все этим занимаемся. Что покупаем, продаём, но мы-то их никуда-то не вывозим, именно в Симпалатинск возим. Просто продукты, которые можно покупать сами палатинские, они отсюда, да? Ну, считается самая чистая, экологически здоровая пища. Zbliżamy się do jeziora, powstałego na skutek jednego z testów jądrowych. Wokół zbiornika można zauważyć niewielkie skały i kamienie. Część z nich to odłamki wyrwane z ziemi po eksplozji. Trochę zgubiliśmy trasę, ale pojedziemy od innej strony, powinno też być spoko. Бывает, ночью приезжаешь на рыбалку, тут берег, там, машина стоит, светится. I obecnie tak na сколько dni oni здесь приезжают? На день приезжают, ну, сегодня приехали, завтра уезжают, там, как бы, сутки побыли. Все это камни тоже от взрыва, да? Да, это все. I prosto gdzieś był wzryw, da? Tak, wzryw, no. Ja nie mogę prosto przedstawić sobie. Możesz, no. Wow. A ozero большое, вон конец туда идет. I wy to, że prodawali te ryby, ile tylko sami kuszyli? Tak jak... Вот приезжаешь, как отдыхаешь сюда чисто, вот приезжаешь, порыбачишь для удовольствия, вот, на удочку поймать, допустим, такую рыбу, блин. Хорошо же. Просто для удовольствия. Раз. Там по тамтой стороне видать один самоход, але рыбаков не видать. Там видать другой самоход. А не przez to, że jakby ta część jeziora powstała po wybuchu bomby atomowej, a tam z drugiej strony jest jakby taki zalew naturalny, który potem się wykształcił, a ludzie, którzy przyjeżdżają, i tak wolą jakby łowić na tym atomowym jeziorze. Więcej ryb podobno lepsze. Ludowo Kazachstan, najtańszy koniak, miejsce na ognisko. Kanada. O, zdrasujcie! Zdrasujcie! Tak delikatnie schodzi, wiesz? Zdrasujcie! Нам так было интересно встретить людей, которые здесь приезжают на рыбалку. А столько у вас рыб, вау! И вы каждую неделю здесь приезжаете или так? Да нет. За лето пару раз. Все, наверное, съели. Вау, вау, посмотрите. Как можно сравнить рыбы из атомного озера и с рыбами из вот такого обычного озера в Казахстане? Есть какая разница? Никакой. Да? Вкус такой одинаковый? Никакой разницы. Вау. Сколько лет здесь уже рыбачат-то? I kiedy wy gdzieś przyjeżdżali, wy też gdzieś naczywali? Ile tylko tak? Naczywa? I karasie gdzieś łowili, da? Tu karp. A, karpy. A raniej był sazan. I jaki wkus? Da normalna ryba, da ryba. Кто то нам сказал, что кости нельзя кушать? Вот, ну тоже разговор был, что кости там, они все кости вот радиацию принимают. На польском сейчас разговаривали? Да, мы с Польши. Да, как вы узнали? Он сказал, что с Польши. А слова что-то много какие-то на русский походу. Ну туда запустили же, рыбу запустили, там говорят. И думаете, что, думаете, что это безопасно? Черт тебе, едим. Да тут что, все же заражено, мы же адаптировались же уже. В Чернобыле, ребята наши были, смеются, как там эти масками ходили. А мы так ходим, нам не ничего. У нас в деревне один парень поехал туда. Он вернулся? Вернулся, да, нормально. И он не пострадал? Да, нет. Думаете, что можно привыкнуть к радиации? Привыкли, что поделаешь. Мне 71 год.
Ну и мы слышали, что некоторые люди иногда ловят рыбы в атомные озера. Это происходит здесь? Ну вообще да, территория полигона — это очень огромная территория. Это порядка 18 тысяч километров квадратных, что сопоставимо с территорией одного европейского государства, к примеру, да? И понятно, что жители, которые живут близко к границам полигона, они там пасут скот, там, я не знаю, косят сено, кто-то рыбачит. Не думаете, что в будущем территория полигона, ну, когда-нибудь подойдет под сельское хозяйство? Или... Частично, да. Частично, ну, я не знаю, количественно, допустим, там, может 50% территории, может быть больше, может быть меньше, но часть территории полигона, она будет передана в хозяйство наоборот. Да. В тракте нашego pobytu w okolicach poligonu odwiedzamy też wymarłe miasto Szagan. Niegdyś bardzo ważny punkt na mapie ZSRR. Znajdowało się tu lotnisko wojskowe, kluczowe dla przeprowadzania niektórych testów. Szagan, Semipałatyńsk 4. Założony w 1950 roku, porzucony po wycofaniu wojsk rosyjskich w 1995 roku. Miasto liczyło 10-11 tysięcy mieszkańców. Znajdowały się tu bombowce dalekiego zasięgu, które w lotniczych testach jądrowych przeprowadzały eksperymentalne bombardowania na terenie testowanego terenu. W 1995 wszystkie jednostki wojskowe zostały wycofane, a miasto przesiedlono i zostało ono splądrowane. Wieś Szagan została przydzielona do strefy zagrożenia radiacyjnego. Jej mieszkańcy otrzymali całkowitą dawkę promieniowania powyżej 100 rentgenów, czyli w przybliżeniu średnio tyle, co likwidatorzy awarii w Czarnobylu. Jak nasz zawód? Борис. И Александра. Саша. Саша, да? Да. А вам как зовут? Ержан. Ержан. Все сломали. Как это все случилось? Ну, жалко. А че жалко? И че его жалеть-то? Он стоит, постоянно. Вот нахуй. Их жалко, нахуй. Нас жалко, нахуй. Хули этот здание жалко. Это 50-60 тенге стоит, нахуй. Плиты разбивают они напросто. Видел? До сих пор ломает. До сих пор. Еще есть ломает. Что-то ломать? Есть все, еще люди находят же. А вы сами помните, когда люди еще здесь жили? Или вы слишком маленькие были? Ну там-то, бля, конкретно жили в те время. Те время ты не сравнивай, нах, сейчас. Здесь ночью опасно, нах, джармисты ходят. Почему опасно здесь? Вот так, нах. To jest dopiero pamiątka. Mimo że wokół poligonu istniało kiedyś wiele ośrodków miejskich, takich jak Kurczatów czy Szagan, to dziś najbardziej kojarzonym z testami jądrowymi jest Semej, nazywany wcześniej Semipałatyńskiem. To po prostu największe miasto w okolicy. Wybieramy się tam na kilka dni, aby odwiedzić pewną kazachską rodzinę. Wywiady z nimi nagrywamy już kamerką sportową, ponieważ nasz obiektyw w pewnym momencie nie wytrzymał trudów podróży. Как вы... Такой... Ой, это твоя подружка теперь? Ну, Пацифик. Ты тоже моя подружка? У меня теперь два будет подружки. Кто? Азерия. Азерия? Азерия и... И Александра. И Александра. Это удостоверение. Что внутри? Покажите, пожалуйста. И компенсацию вы тоже получили? Получили. Там чуть-чуть. Такое. Мелочь-то. Сколько? Я... Сколько? 3000 тенге. А, 3000. Это... А кто постарше, они получали там 50 тысяч, 70 тысяч. 100 тысяч, 200 тысяч. Ну, это 50, старые бабушки. Кто в 50-м году родился, в 60-м году родился. И ваши бабушки? Еще зависит от того, в каком районе жили. Да. Дети и подростки до 18 лет, проживающие на территориях, пострадавших от ядерных испытаний, имеют право на бесплатное оздоровление по медицинским показаниям в санаторно-оздоровительных учреждениях. Мы по этому удостоверению заходили в Астане, в океанариум. Но ты нам сказал, что на Вайтерек невозможно было зайти. Да, в Вайтереке не было такого. И когда мы были в некоторых регионах Казахстана, нам показалось, что у многих людей есть какой страх, чтобы здесь приезжать. Вы тоже так думаете, что... Сюда? Да-да-да. У людей? Да-да-да. Есть... У людей, которые живут очень далеко отсюда.
у людей есть стереотипы. Да. Ложная информация. Да. Но когда я встречала в Алмате людей или там Кызылорда, то есть с юга, они сюда здесь вообще никогда не были. У них нет понимания, как здесь люди живут. Они на тебя смотрят. Телефон? Серьезно? Да, и типа. Они думают, как будто Симпалатинск это полигон, и люди тут больные там. Да. Или мутанты, что-то. Да. Так и думают. И еда вредная. Хотя Симпалатинск, Восточно-Казахстанская область, вода, самая чистая вода по Казахстану. И тут воздух чистый. Ciężko oszacować, jak wiele osób ucierpiało na skutek programu jądrowego. W czasach ZSRR nikt nie prowadził żadnych publicznych badań na ten temat. Wpływ promieniowania na mieszkańców wschodniego Kazachstanu zaczęto badać dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego, przy niewielkich nakładach finansowych. Z pewnością najbardziej dotknięci zostali ludzie mieszkający tu w latach 50. Właśnie wtedy przeprowadzano naziemne próby jądrowe. Mieszkańcy okolic poligonu nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. Wielu obserwowało eksplozję jako niecodzienne zjawisko. Do dziś zachowały się wspomnienia opisujące atomowe grzyby powstałe po eksplozji jako coś niewyobrażalnie pięknego.